Приветствую зрителей своего канала. Так скажем, долгожданный ролик, именно тот, который я хотел давно заснять. Я в предыдущих видео говорил, что хотел повесить календарь, да? Этот, получается, я повесил практически сразу после Нового года. Тут еще такая ленточка была прозрачная и бегунок. Вот. Был у нас котенок, он, получается, погрыз и... В общем, порвала девочка была, и мы выбросили. Вот, смотрите, для видео даже подготовился. Обычно у меня здесь лежит чай, салфетки, тут, в общем, кофе, ну, в общем, разная реклама. Обычно я все это убираю полотенцем, да. Ну, вот сейчас все убрал полностью, наводил порядок на кухне. То есть несколько дней все мыл, прибирал, все четко, все чистенько, вот, все хорошо. Получается, середина апреля, ближе к концу, и буду весить календарь. То есть видео будет называться «Как правильно повесить календарь». Для новых зрителей я сразу объясняю, потому что сейчас мои ролики стали продвигаться и пишут и в комментариях, и в личку, и под старыми видео. Спасибо, кстати, что пишете. Это синхронизация моей жизни. Поэтому именно вот сегодня буду вешать календарь, и я повешу. Вот у меня есть видеоролик, лампа, получается, да, стал я менять лампу, так как она... не горело или стало мигать, там что-то такое. И у меня вот самые такие обычные ролики, они почему-то заходят. Особенно вот как выкрасить старый пол, почему течет кран на кухне, вот стартер как поменять, ну, в лампе, то есть не стартер, не стартер, именно лампу. Очень заходят эти ролики. Так, ну обычно, то есть я как камеру делаю, да, вот, то есть стул, получается, у меня немножко бывает ближе сюда, да, бывает немножко ближе сюда, и, то есть, я смотрю, вот, где, то есть, именно особенно года полтора, да, я смотрел, то есть, как у меня получается ставить телефон, то есть, или выше, или ниже. Обычно я, смотрите, как ролики записываю, то есть, где-то вот так, да, то есть, получается, я вот где-то так, да, вот до сюда, то есть немножко выпрямляюсь, если ближе, да, получается немножко дальше, ну, примерно делаю, чтобы видно было вот этот вот выключатель, особенно, ну, где-то вот так, да. Сейчас я посмотрел то, что буду вешать календарь, то есть получается до этого уровня будут цифры идти. Здесь уже, так скажем, картинка, да? Ну, сейчас посмотрим, в общем. Давайте выберем календари. Смотрите, они у нас еще с Нового года, то есть, лежат. Прикольно, да? Такая мышка. Полностью банка. Под капусту подквашенную. Это чтобы с этим сахаром приготовить. В общем, вот такой есть календарь. Смотрите. Вот. Один я хочу в комнату повесить, но там лучше, конечно, не такой стоячий, а вот именно не вертикальный, а горизонтальный лучше повесить. Поэтому смотрите, в общем, выбирайте, какой нравится. Вот такой есть. Это более такой, так скажем, детский, да, вот я морская соль. Полезно именно по готовке. Но это я лучше бы, конечно, допустим, детскую комнату там весь. Так, ты наполни ванну, разведи пуд соли, плюхнись в эту воду, вот и на море, да? Вот так. Вот такой календарик у нас есть. Потом получается, что у нас. И вот такой, смотрите. Смотрите, какие две мышки, прикольно, да, беленько. Вот это давайте, опять же, смотрите, фрукты, да? Уже все-таки у нас весна, ближе к лету. В общем, фрукты, малинка.
Вот. Есть у нас неподалеку. Ой-ой-ой-ой-ой. Думаю, что это такое? Неподалеку есть у нас малинка. Получится собирать. Хотели в том году, но пришли было рано, а потом пришли. Было уже немного поздно, да? Можно было третий раз ходить, но забыли. В общем, будем собирать, будем варенье варить, запишу я видео. В общем, давайте вот на этом календаре остановимся. Остановимся на этом календаре. Вот. Ничего, конечно, сложного нету, да? Вешать календарь. Ну и простого тоже. Так, вот только как бы нам сделать так, чтобы был виден календарь, когда именно видео я снимаю, да? У нас получается, смотрите, старый календарь у нас был вот на этом уровне. Вот так вот он висел. Кто у меня давно смотрит ролики, помните, да? То есть вот здесь висел. В принципе, можно этот немножко сдвинуть. Немножко сдвинуть. Но с другой стороны, смысл сдвигать, если можно сделать, допустим, вот так вот. Ну так, давайте мы, наверное, сделаем. Так. В общем, это получается как был. И получается, да, до сюда, так скажем. Давайте немножко даже, наверное, вот так вот подвинем. Да, давайте вот так вот мы подвинем. Немножко. Тут можно сориентироваться, чтобы ровно было по панелям. Можно отвес взять. Допустим, берете любой гвоздик, привязываете нитку, выставляете, да, и ровно у вас получается вертикаль ровная. Вот. Ну, сверху, в принципе, ровно, да? Смотрите. Пишите в комментариях, как что у нас там. Так, числа нам особо не нужны, потому что есть числа у нас здесь, да, поэтому. Так. Ну давайте так, да, получается, то есть на уровень головы где-то так, да, где-то так. Обычно я снимаю где-то до сюда беру, да, видео. Ну-ка, надо даже пониже взять. Даже. Так. Вот такой, видите, незамысловатый ролик. Ничего сложного-то нету, да? Ну и не так просто все сделать. Потому что именно делаю ролик под видео. Поэтому как-то ориентируюсь с этой стороны. Кстати, у меня до сих пор остались календари с 18 года, с 19. Вот. Я вначале думал с 18 выкинуть, потом думаю... Сейчас, так скажем, не популярный, никому это не надо, да? А вот когда буду популярный, то прикольно тогда же, допустим, обзорчик снять, с чего я начинал. Допустим, какой календарь у меня висел, он у меня сохранился. То есть, ну, такие мелочи, да, но приятно, приятно, вот интересно. Очень даже интересно, мне вот, допустим, нравится, как бы. Вот. Почему бы нет? Так, смотрите. В общем, вот тут получается стык, да, такой панели. И здесь тоже небольшой такой. Значит, вот так вот оставляю. Сейчас надо сразу. Надо сразу это дело все. Пишите больше комментариев. Смотрите плейлисты. Смотрите плейлисты. Вот. Видео я это снимаю ночью, сразу говорю. Поэтому за целый день я уже немножко уставший. И то, что бывает, за день, допустим, снимаю несколько роликов, да, я всегда говорю. То есть ранее. А в дальнейшем, к примеру, вот, допустим, снял три ролика, да, даже если с помощью паузы, то есть мне надо их монтировать, да, то следующий день, к примеру, я иду на вахту, да, то есть на работу работаю, или, к
примеру, монтирую видео. Даже если не иду на вахту, то, к примеру, до вахты я снял видео, да, 3, допустим, то один день на вахте, другой день я отсыпаюсь дома, и третий день, допустим, делаю какие-то домашние дела, или, допустим, смотрю сериал какой-нибудь, фильмы смотрю. Поэтому, чтобы особо не было пропусков, и опять же, не то, что я специально, да, видео снимаю, я снимаю именно видео те, которые в первую очередь я хочу снимать, допустим, с календарем. Давно, кстати, вот, даже до Нового года все, хотел это видео снять. И видео те, которые, получается, невзначай, то есть, допустим, ходили по магазинам, да, увидели скумбрия, допустим, свежая, хорошая, там, или форель, или какая-то рыбина, да, и, к примеру, почему бы не засолить. Понятно, что у меня на канале, допустим, уже несколько десятков, как я солю форель, как я приготавливаю скумбрию в духовке, но эти ролики не выстреливают. Если их набрать, то они будут, я не знаю даже на каком месте, они даже на 50-м месте не будут. Поэтому я записываю и снимаю, чтобы они хотя бы хоть как-то, ну, попали. Допустим, вот как ролик курица на соли, под солью в соляной шубе, да. Но опять же, это единственный и самый первый ролик именно по этой части. Курица на соли. Я его первый на YouTube приготовил. И то, что он выстрелил, это получается группа. Группа взяла этот ролик, и группа оформила у себя на канале. Поэтому так и получилось именно. То есть выстрелил, да? А допустим, Ярославские деревни, я не знаю почему, выстрелил мини-пик, да, этот ролик тоже, так скажем, я делал где-то несколько роликов с описанием, чтобы они выстрелили, но почему-то этот выстрелил, другие как-то нет. Так, ну ладненько, все это, у меня есть плейлист для начинающего блогера, заходите туда. Там и по видео по монтажу есть, и как Sony Vegas настроить, и где я монтирую, как я монтирую, что там есть, все есть. Вот. Ну, четкий вообще, нравится, очень нравится. Календарь суперский. Вообще бомба, просто бомба. Вот, получается, как я буду, то есть вот так где-то буду находиться, да. Вот у меня разные, сейчас скажу, разные вещи, да. Все, вот, и вот, беру я обычно, как я, так, да, то есть вот так вот все, раз, немножко повыше, да, взяли, потому что повыше, да, ну, до сюда, ну, четко, значит, получается, я тут нахожусь, мышки тут, вообще, бомбически, так, теперь вот эти вот, чтобы не пропадали, куда повесить. Вот этот, наверное, можно. Так, не знаю даже. А знаете что? В общем, я же хотел продольный, да, в комнату повесить. А давайте я тогда вот эти два календаря вместе совмещу. И на канале Алло Гараж 5185 БМ большими буквами. БМ. Две буквы, да? В переводе, что означает бизнес-молодость. Я, получается, их туда сделаю, да и все. И вообще получится вот так вот, бомбически. Тем более, там я, получается, сейчас будет у меня новый плейлист и видео на главную запишу. Как заработать деньги с нуля, с 500 рублей, максимум с 1000 рублей, 100 тысяч рублей. Реально, вот 100 тысяч рублей, потому что хотел я там, ну, можно и больше заработать. Ну, в общем, хотя бы вот 100 тысяч рублей. То есть, как можно заработать. Будет много-много вариантов. Так что переходите туда. Подписывайтесь на канал.
оставляйте комментарии. Не до новых встреч, друзья. Блин, он офигенный. Мне вот этот очень, очень понравился. Абсолютно, очень. Пишите, какой больше нравится вам. Это, в общем, получается первый, да? Так скажем, это у нас будет второй. И это у нас будет третий. Или наоборот, или как Алё Гараж. Так, ну ладненько. Всем спасибо. Заходите в плейлист.